Вижу. Он воскресит в нас все погибшее, все умершее, и мы почувствуем, что прежнее прошло, теперь все новое. Взирайте на Иисуса, слушайте Слово Его, благодарите за те искушения, которые дают вам более полное познание Его благости. Ожидайте от Него ежедневно насущного хлеба. Уповайте на Него даже и тогда, когда Он вам кажется далек. Помните, когда шел по водам Господь, а уже ученики, их примета тоже была, что если вы увидите призрак, значит, что все погибнете. И вот Господь им сразу внушает: не бойтесь, это я. А Петр тоже захотел. Но прошел он по воде. Немножко, батюшка. Немножко. Да. И вера стала падать у него, и он стал тонуть. Господи, спаси.